Всем привет! Я врач-косметолог студии Селевич. Зовут меня Илья Вячеславович. Хочу рассказать вам про удаление татуировки. Давайте разберем самые популярные вопросы. Первый вопрос: за сколько, собственно, можно избавиться от татуировки? В среднем это 7-12 удалений с интервалом минимальным в 4-5 недель, но по факту бывает по-разному. Кому-то достаточно 5 процедур, у кого-то уходит это за 12. Как определить? Много нюансов. Химсостав краски, глубина залегания, метод нанесение локализации на теле, ее возраст, профессионально она сделана либо кустарно, поэтому какие-то прогнозы делаются после хотя бы первой-второй процедуры, да, чтобы посмотреть, как реагирует, собственно, на татуировка на удаление. Второй вопрос насчет ощущений, больно это или нет. Здесь, опять же, все индивидуально, и насчет боли говорить не объективно будет. Почему? Потому что болевой порог у всех разный. В любом случае могу сказать, что это не приятно, но терпимо. А третий вопрос: на каком оборудовании работаем? Лазер для удаления у нас неодимовый, наносекундный. В качестве анестезии мы используем криоустановку. Это считается золотым стандартом в Европе, Америке и, собственно, у нас. Четвертый вопрос: как будет выглядеть татуировка сразу после удаления? После удаления татуировка становится более объемная, большая припухлость, отечность, гиперемия присутствует. Сам цвет пигмента, он может меняться. Допустим, если татуировка черная, сразу после процедуры она может побелеть. Через 10-15 минут, час цвет может стать еще более яркий, насыщенный. Соответственно, первые две недели от момента проведения могут быть метаморфозы по цвету. То есть может она светлее, темнеть. Внимание на это не обращаем, это нормально. Даже если вам не требуется удалить ее полностью, а вы хотите сделать кавер-ап, есть смысл прийти и осветлить ее. Для чего осветлить? Для того, чтобы можно было поверх более четко нанести ваш следующий рисунок новый, если вы не собираетесь удалять татуировку.